В региональном отделении партии «Единая Россия» прошел брифинг, посвященный предварительному голосованию на выборах высшего должностного лица республики. Выдвинуть кандидата на должность главы Мордовии может Генеральный совет партии и региональный политсовет. Также такое право имеют члены или сторонники «Единой России». Граждане, которые не состоят ни в одной партии, не имеют судимости, даже погашенной, не владеют ценными бумагами и банковскими вкладами в иностранных банках, расположенных за пределами страны. Праймерис будет проходить в следующем порядке. Кандидатам есть требования, чтобы они встретились не менее с 50% первичными организациями. То есть какие проблемы у самого нищего звена, вот у партии, у первичной организации есть, от граждан нашей вот республики или субъекта, они должны знать и включить их в свою предвыборную кампанию.